Издательство Ман Иванов и Фербер представляет. Игорь Ман. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по маркетингу? Предупреждение слушателю и гарантия автора. В этой аудиокниге вы не найдете математических формул, пространных рассуждений и размышлений, сложных моделей и запутанных определений. В ней даже нет авторского определения того, что такое маркетинг. Как дать определение тому, что для тебя почти полжизни? Эта книга не о стратегическом маркетинге. Модное слово «брендинг» не упоминается ни разу. Тот, кто хочет послушать об управлении маркетингом, должен найти другую аудиокнигу. Тому, кто хочет больше узнать о теории маркетинга, придется поискать иные источники. Эта аудиокнига – практическое пособие о том, как делать маркетинг лучше и как стать хорошим менеджером по маркетингу. Книга основана на моем опыте консультанта, а также работы в телекоммуникационной отрасли и фотобизнесе, оптовая торговля где маркетинг был нацелен на поддержку продаж. Подойдет ли аудиокнига для вас? Будут ли полезны вам мой опыт и мои советы? Я могу гарантировать, в какой бы отрасли и на какой бы позиции вы ни работали, вы найдете в аудиокниге что-то ценное и полезное для себя или своих сотрудников и для своей компании. Вступление. То, что мы узнаем о маркетинге в университетах, это сплошная научная фантастика. Александр Хайм. Знаете ли вы, сколько книг написано про маркетинг? Если воспользоваться поиском в разделе бизнес-книги интернет-магазина Amazon, то на слово маркетинг появляется более 300 тысяч ссылок. А на слово сочетание маркетинг-менеджмент Около 40 тысяч ссылок. У нас в России выбор попроще. В интернет-магазине Озон на июль 2008 года предлагалось 1068 книг о маркетинге и всего 55 книг об управлении маркетингом. Еще один повод ⁇ учить английский язык. После этого уже не удивляет утверждение, что существует более 500 определений маркетинга. Ведь практически каждый автор старается дать свое собственное оригинальное определение. Приложение номер три. В этом смысле данная аудиокнига – исключение. Эта аудиокнига не о том, что такое маркетинг, что в него входит и почему. Эта аудиокнига о том, как стать и быть хорошим менеджером по маркетингу. Как делать хороший, правильный маркетинг и делать его на 100%. Именно этого ждут от вас начальство и коллеги. Почему на 100% спросите вы? Отвечаю. В чем чаще всего упрекают маркетинг и менеджеров по маркетингу? В том, что не видны результаты деятельности. Иногда в том, что результаты есть, но их трудно или невозможно измерить. Многие менеджеры по маркетингу мучаются, не зная, как подтвердить эффективность своей работы. Я же еще в прошлом столетии решил для себя эту проблему. Летом 1997 года меня пригласили консультантом в московский офис компании AT&T, чтобы поднять качество маркетинговой поддержки. Чтобы лучше понять ситуацию, я провел опрос менеджеров по продажам и топ-менеджеров компании и задал им всем четыре вопроса. Как вы оцениваете маркетинговую активность компании за последний год по пятибалльной шкале 5 максимум и почему что бы вы больше всего отметили в работе службы маркетинга? Что не удается, не сделали, узкие места. Что надо сделать срочно? Средняя оценка составила 2,86 балла, или 57%, что явно далеко от 100. Ответы на вопросы позволили мне понять, что делалось правильно, что было пропущено, не начато или исполнено неправильно. Забегая вперед, я скажу, что через три года нам удалось получить во время очередного, ставшего ежегодным опроса, результат в 98%. Да, это не 100, но это очень, очень близко. Для того, чтобы получить такую высокую оценку от 30 с лишним опрашиваемых, моей команде и мне приходилось в течение года выкладываться больше, чем на 100%. Выполнять очень, очень много и очень-очень качественно. Интернет-сайт, выставки, директ-мейл, печатные материалы, маркетинговая информация, семинары, многочисленные и разнообразные маркетинговые программы, все, что мы делали и разрабатывали, мы реализовывали с дальним прицелом получить 100%. И первый совет, который я могу дать вам в этой аудиокниге, проведите такой опрос в своей компании. Далее в этой аудиокниге я расскажу о том, как добиться высоких результатов, как стать хорошим менеджером по маркетингу, как делать маркетинг на 100%. Одна из читательниц моей печатной книги ⁇ Маркетинг на 100% ⁇ сосчитала для себя количество полезных советов, которые она в ней нашла. Она написала мне письмо, в котором сказала, что многие книги, которые ей доводилось читать, были книгами одной идеи. И попеняло мне, что я упаковал столько советов и идей в одной книге. Вы могли бы издать их не меньше десятка, написала она. Что же, такой у меня стиль. Пусть другие пишут, многотомники. В этой аудиокниге минимум теории и максимум практических советов. Многие из них оригинальные. Некоторые мне подсказали практика и советы других хороших менеджеров по маркетингу, которые я вычитал из книг и статей. Я небольшой читатель книг, и все же кругом циркулирует масса идей, о которых я не могу не слышать. Многие из вас увидят в этой книге мысли, которые покажутся украденными у другого автора. Иногда бывает, что я пишу вещи, которые я действительно стибрил у других авторов, но обычно это происходит бессознательно. Такое случается со всеми творческими людьми, если я понимаю, что на меня повлияла какая-то идея, то я в состоянии достаточным образом изменить ее так, чтобы замаскировать заимствование. То, что я на самом деле подворовываю, как правило, остается необнаруженным. На моем уровне заметности было бы просто глупо заниматься плагиатом преднамеренно. В огромном большинстве случаев, там, где вы видите явное сходство между моей и чьей-то работой, это всего лишь совпадение. Все ж лучше не скажешь, господин Скотт Адамс. Кстати, автор Дилберта. А я большой читатель книг. И я тем более согласен с вами. Слушайте эту аудиокнигу с карандашом или ручкой в руках. Прослушивайте несколько раз интересные места. Получите от этой аудиокниги максимальную пользу. Удачи, коллега!